Так, ребята, на чем мы остановились? Earn to die. Давай посмотрим. Мы полностью прокачали машинку. Заработали 500 долларов. Так, я предлагаю немножечко поиграть в этой машинке, пока мы не будем покупать другую, чтобы у нас были немножко деньги на прокачку автомобильчика второго. Потому что если мы, ребятушки, с вами сейчас купим новый автомобильчик, он далеко не проедет, потому что он не прокачанный. У нас вот, вот эта тачка прокачанная очень даже не таки неплохо. Вот, поэтому я предлагаю хоть что-то заработать. Так, 263 доллара. Нормально. Давайте теперь приобретем новую машинку. Так, давайте купим. А, так, а как ее купить? Подожди, она не покупается или что? Я не понял. Так, у нас же есть... А, все, все, нормально. Я же такой думаю, блин, у меня есть 500 долларов. А почему не покупается? Все, едем. Типа автобуса какого-то небольшого, да, ребята? Напишите как в комментарии, как называется этот фургончик, да? Просто фургончик. Ну, прикольный такой хиппи-фургон. Немножко ржавый, конечно. Сейчас посмотрим, докуда вообще мы далеко проезжаем или нет на этом фургончике. Нет, особо далеко не проедем. Надо его прокачивать будет. Надо будет его, ребятушки, прокачивать. А интересно, я могу менять машинки? Вот это вот мне интересно. Машинки у меня меняются или нет? Ага, давайте зайдем в гараж. Да, смотри, я могу менять машинки. Спокойно причем. Может быть, проще нам какую-нибудь машинку купить на другую новую. Я не знаю, сейчас посмотрим. Сколько там новая машинка стоит, чтобы эту не прокачивать, а купить сразу другую. Если такая возможность есть, конечно. Может быть, нам скажут, надо полностью прокачать эту машинку, чтобы у нас можно было вторую купить, третью. Угу. Сейчас посмотрим. Ох, нифига, нифига, как летит у меня автомобиль. Офигеть. Смотри, я почти что выиграл. Так, вот этот автомобиль стоит 2500. Офигеть, офигеть. Давайте эту прокачаем. Значит, мы приобретем вот эту штучку. Ускоритель. Максимально прокачаем. Проверим с ускорителями. Да, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально едет. Так, бензинчик еще прокачать автомобилю, и будет вообще нормально. Нормально-таки. Вот. Я считаю, это заслуживает класса, ребята, лайка. Давайте соберем 1000 лайков на видео. Так, вот этих вот монстриков мы сейчас всех щелкнем. Ой-ой-ой-ой, все, закончился у нас бензинчик закончился. Ладно, давайте поиграем в какую-нибудь другую игру. Итого у нас 545 монет. Но мы тут ничего не купим на эти 545 монет. Поэтому, ребята, нам нужно отправляться дальше. Зарабатывать денежки. Так, хорошо, что у нас много стрел. Ой-ой-ой-ой-ой. Колеса вот эти вот тоже не особо, не знаю. Что-то нубик все едет как-то. Непонятно на такой тачке. Его постоянно колбасит, переворачивает. Ёлки-палки, нубик. Будь аккуратней. О, все, закончилось топливо, прикинь. Да что такое, а как мы тут доедем-то? И денег мало дают. И всего 800 монет. Ну что можем купить на 800 монет? Двигатель новый. Более эффективный расход топлива. Поехали. Ну, у него скорость должна повыситься. Так, колеса мы... Я же хотел колеса купить. Да, не купил я колеса. Ну ничего страшного. Ой-ой-ой, давай, Нубас, быстрее едь. Нам нужно доехать уже сегодня. Постараться, по крайней мере. Здесь надо еще, видишь, чтобы его он не заваливался. Ровненько держать его. Хотя и так вот тоже он нормально едет, мне кажется. Так, куда-то мы проехали. О, давай. Мы здесь еще не были. Мы здесь, ребятушки, уже еще не были. Так, сколько заработали? 500 монет? А, ну и ничего здесь пока и не купим, придется в следующий раз что-то покупать. Давайте еще раз сыграем с двумя бандитами. Сейчас посмотрим. Так, два бандита таких слабеньких достаточно таки. Так, и у меня добавили тоже какую-то доходягу. Доходяга, который летит в бой прям, вот так вот не терпится. Не надо так прям бежать туда в бой.
А что, выиграли? Или что? Алло. Вроде да. Победа, капрал. Ух ты. Хорошо, звездочку мы получаем, ребятушки. И уже у нас 2 сундучка. Давайте дальше играть. Нам нужно 10 сундучков, которые мы откроем в следующем ролике. Ага. Так, а ну-ка, да. Все, ну здесь можно, в принципе, поехать. Так, едем. Едем, едем аккуратно. Не спеша. Так, а ну-ка, сейчас они... Вот он уже едет, смотри. Летит, да, чувак? Да. Оба, есть одного и второго. Да, щелкнули мы их. Вообще неплохо. Хорошо, ребятушки. И получаем следующую звездочку. Так, ну что, ребятки, давайте сыграем. Берем подсолнух, берем орех. Давайте возьмем еще обязательно кукурузку. Капусту. Вот такого я хочу еще взять, чувака. И возьмем... А, может двойного еще взять? Двойного. Так, нет, не хватает еще кого-нибудь. Давайте еще колючку я посажу. Все, поехали. В принципе, нормально. Так, у нас опять-таки вот эти штуки, которые можно сажать здесь. Чуваков, которые будут помогать нам. Не знаю, нужны они нам, не нужны. Но, в принципе, прикольно. Давайте. А, подожди, давай я посажу побольше подсолнухов. Так, бежит один чувак, ё-моё. Давайте мы его сюда подвинем, пусть стреляет. Так, а я дальше буду подсолнухи выращивать, ребятушки. Так, вот еще один. Давай мы тебя тоже посадим сейчас. Ковбои идут, да? Мне нравится вот этот. Прикольный. Кукурузка, что она их тормозит немножко. Притормаживает. Так, этого вниз. Так, подсолнушки сюда садим. Так, колючка есть появилась. Сюда сейчас колючку. О, что за, смотри, странный чувак идет. Без носка. А, с носком один, прикинь, без сапога. Без одного сапога. Так, монетку спасибо. Нам монетки нужны, ребята, пригодятся. Так, сюда поставим орешку. Орешку. Так, от тебя давай вниз. Срочняк, срочняк. Сейчас мне, я подкоплю денежек, еще вот эту вот колючку сюда посажу. Так, на орешек пока денег не хватает, ладно. Ё-моё, смотри. Давайте я вниз посажу сразу. Вот сюда орешек. Так, чувак какой-то идет. Ё-моё, что делать, ребята, быстрее, 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 быстрее. Давай сюда вот такого посажу. Пускай он огнем фигачит. Он как раз троих будет. Троих будет уничтожать. Нас очень мало. Слушай, ну наконец-то, давайте мне быстрее денег побольше. Во. Давай сюда еще одного посажу, чувака. Так, это что, с бомбой ходит там? Смотри, у него бомба в кармане, ё-моё. Так, давай сюда этого быстренько садим. Сюда орешек. Так, ну в принципе, давай еще сюда этого тогда. Пускай. Огнем их фигачит. Так, а вам нужна вот эту штучку, я так думаю. Вот меня с бомбочкой пугает, чувак. Ох, смотри, что он сделал. Алло. Ты что такой? Хитрый, что ли, а? Так, сейчас я тебя постреляю. Все. Постреляли мы их. Один остался, да? Один остался. Давайте мы его сейчас максимально будем щелкать. Все, щелкнули и заработали монетку. Монетку. Наконец-то, ребятушки, прошли мы этот уровень. Так, шериф какой-то. Зомби-шериф был все-таки. Ну, мы его с вами, ребята, уничтожили. И теперь он нам даст монетки, наверное. Да, 100 монеток. Спасибо. О, открыли мы какой-то синий арбуз. Арбуз замораживатель. Нифига себе, такой первый раз вижу. И какой-то перчик маленький. Все, открыли мы уровень. 10 уровней надо открывать, фига себе. Что-то много. Ну что ж, ладно, давайте поиграем в какую-нибудь другую игрушку. Привет, бадди. Как дела? Смотри, какие ракетки у нас есть. Бадди, бедолага. Ладно, не будем над бадди сильно издеваться. О, смотри, что такое. Так, сколько мы можем поставить? 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. О! Очень много мы наделали. Так, и берем ракетки. Сейчас щелкнем. О, нифига. Они сейчас все будут взрываться. Да, повзрывались. Повзрывались. А что еще тут интересное есть? Ребята, давайте посмотрим. Что можно купить? Так, о, что-то Бадди с ума сходит. Так, что у нас тут? Мечи какие-то есть. Вот эта классная штука. За нее почему-то много денег дают. Смотри. Сейчас. У нас пока 80 долларов. Сейчас мы ее начнем раскручивать. Опа, сколько? 85? Опа, да, это, да, но не, это не колется, не колется, нормально. Тыщ. Все, Бадди лег отдыхать. Тыщ. Ого. Прикинь уже, 180 баксов. Нафигарили мы прям много денег. Опа, даже я просто, смотри, рядом ставлю. 250 баксов, нормально. Так, есть еще такие вот стрелялки. Так, стрелялки можно из Бадди сделать снеговичка. Но это такое вот себе. Тыщ. Ладно. Что тут? 499 баксов. Такой вот арбалетик есть. А что у нас еще есть интересное? Давайте посмотрим. Так, ну здесь я пока ничего не открывал, ребята. Будем открывать в следующий раз. Будем открывать что-нибудь новенькое, интересное. Ну ладно. Так, а декор. Что тут по декору? Ух ты, нифига. 4800 баксов. Офигеть. Вот такие декорчики можно поставить прикольные. Ага. Ну ладно. Баксы мы потом с вами, ребятушки, соберем. И декорчик сделаем нашему Бадди. Продолжаем, ребятушки. Выбираем гонку. Поехали. Так, ё-моё. Надо будет мне поменять немножечко. Ой, а у нас еще машинка тормознутая. Да, ребятушки, это первый взгляд игрушки Hot Wheels. Хотя раньше я в игрушечку играл. Ой-ой-ой, перевернулись и мы взорвались с вами, ребята. Да. Опять взорвались, но получили какой-то рекорд. Одну звезду.